актуальный вопрос у меня задают. Нормально ли на сегодняшний день иметь расплод? Последние числа января и первые числа февраля. Что с этим делать? Тоже вот этот интересный вопрос. Потому что многие чего-то удивляются, что у них есть расплод. Друзья, на сегодняшний день расплод в улье это нормально. Количество расплода бывает, ну, много, бывает мало, это уже в зависимости от определенных факторов. Много ли оставляли пирьи в гнезде? Тепло ли пчелам в улье? Как пчелы утеплены? Как пчелы поджаты? И, соответственно, получается, если в улье есть пирога, если пчелы поджаты, если пчелы сильно утеплены, то имейте в виду, что на сегодняшний день полграммки расплода это не то, что там, ну как бы вам объяснить, это реальность. Но все же оно имеет определенный смысл. То, что мы делаем, когда-то с осени я рассказывал, ну кто примерно смотрел и понимал меня, что я говорил. Я там говорил, что пергун там нельзя оставлять, да, утеплять нельзя. Кстати, целую зиму меня долбут за это утепление. Накрой пчел, утепли пчел. Вы что, ребята, вы с какой планеты? Вы с планеты Земля или где-то дальше? Это очень-таки, ну, настораживает. А потом начинается тот же и один вопрос. Пашка, появляется расплод, что делать и тому подобное. По факту, чтобы вы понимали, мы специально не утепляем пчел, чтобы пчелы были в холодном пространстве, и даже вплоть до того, чтобы они были больше рожаты. Да, один из плюсов, как я зимую, что у меня больше рамок стоит, это в том и заключается, что пчелам холодно. Дальше лежит тонкий холстик, есть сетчатое дно, и это получается залог того, что может быть не будет расплода. Но это может быть, а может и будет, все зависит опять же здесь от погоды. Что делать, когда уже появился расплод? Ну, друзья, ну что вы будете с этим расплодом делать? Это тоже интересный вопрос. Ничего вы уже с ним делать не будете, потому что в конце февраля в основном 90, где-то 8% того, что пасека уже облетится. Когда будет пасека облетаться, самое главное просто не проспите этот момент. Будьте на месте, переберите пчел. Доставьте меда, подожмите, утеплите. Сделайте все, что для того, чтобы пчелы уже не погибли с голодной смертью. Потому что после февраля может быть опять похолодание, да, ну как бы такие варианты. Что делать на сегодняшний день, если вы уже уверены, что есть расплод? Друзья, ну, если вы уже туда залезли и увидели, что есть в улье расплод, ну поставьте какие-то еще по бокам медовые рамки, чтобы они с голода не пропали. Положите наверх какой-то канди, положите какой-то мед. Сейчас будет опять интересный вопрос. Пашка, какой канди? С пергой или без перги? Ну, на ваш выбор, друзья. Но я не знаю, как в других регионах, но на территории Украины все, кто работают на опт, ни в коем случае не ложите канди с какими-то лекарствами. Ни с какими-то нозематозами, ни с какими-то там и тому подобное. Потому что если будет какой-то антибиотик и покажет он вам в меду, потом будете чухать свою репу и думать, почему же вы меня мед не приняли. Просто обычная канди с пергой. Ну, вообще, после, ну, в первых числах февраля уже, в принципе, можно и ложить с пергой, я так себе прикидаю. Потому что все-таки яйцекладка начинается. По поводу зимовки с утеплением и без утепления, то я обратил внимание, например, в прошлом году, что пчелы, которые зимуют без утепления, у них расплода по сути нету аж до того времени, до первых облетов. Ну, есть там пятачок, понимаете, пятачок расплода, ну вот вообще чуть-чуточку, вот капелька. В каком-то плане. Ну, вот так, чуть больше. Имеется в виду, что по факту на зимовку самой семьи оно вообще никак не влияет. Конечно, когда расплода уже пол рамки, это уже совсем другой разговор. Этот расплод нужно обогреть, его нужно прокормить. Соответственно, употребляется больше корма, и, соответственно, есть большая вероятность того, что эти пчелы могут просто погибнуть от нехватки меда. Поэтому нужно, конечно же, их чем-то поддержать, положить какие-то пакетики с медом или скать. Здесь, опять же, еще один из рисков, который очень сильно влияет. Пчелы могут обожраться и обосраться.
Поэтому вот эти все расплоды, оно, конечно же, плохо. Лучше всего по практике, когда расплод как можно позже, потому что вот этот расплод, что сейчас пчелы выводят, он малокачественный. Несмотря на все, потому что, ну, это не тот расплод. Нехватка пыльцы, да, ну, мед такой всякой там. Оно что-то вот такое, потому что, ну, расплод должен нормально кормиться, нормально обогреваться, и тогда некачественная пчела выходит. Ну, это уже тоже доказано. Вот такая, друзья, ситуация. Так что, если у вас есть на сегодняшний день расплод, не стоит переживать. Смотрите, чтобы пчелы с голода не погибли. Если нету расплода, ну ничего страшного, ну и слава богу. Первые облеты сразу же там проведите определенные манипуляции, обеспечьте пчел медом, утеплите, все это сделайте. Ну, я думаю, мы в феврале, в конце февраля все это будем делать. Я думаю, все это покажу, если будет кому-то, конечно же, интересно. Вот такая, друзья, информация. Все, на этом хочу закончить. Всем всего наилучшего, всем пока.